Всем привет! Впервые за долгое время 95-летняя королева Елизавета II появилась на публике в сопровождении своего старшего сына. Британская королева Елизавета II выступила на открытии сессии парламента Великобритании. Это был первый публичный выход королевы Елизаветы после смерти ее 99-летнего мужа принца Филиппа. 11 мая королева Елизавета выступила с традиционной речью в Палате лордов на открытии сессии парламента Великобритании. Как и было обещано ранее, на всех публичных рабочих выходах королеву Елизавету будет сопровождать кто-то из старших членов королевской семьи. Вместе с королевой в парламент прибыл наследник британского престола, 72-летний принц Чарльз, с супругой Камилой, герцогиней Корнуольской. Для выхода королева выбрала дневной ансамбль бледно-серо-синего цвета, состоящий из пальто и шляпки, украшенный перьями, цветами и вышивкой серого платья с цветочным принтом. Также она надела пару брошей с аквамаринами и бриллиантами, которые ей подарили ее отец, король-герцог VI, и королева-мать в честь ее 18-летия в апреле 1944 года. Как и броши, этот ансамбль королева Елизавета надевает не первый раз. В 2019 году она была замечена в нем на королевских скачках Royal Ascot. В отличие от других присутствующих в парламенте, королева Елизавета не надела защитную маску для лица. Кроме того, в нарушении традиций она не надела также символ ее власти – корону, которую весит почти 1 килограмм. Корона покоилась на подушке рядом с ее величеством. Также на королеве отсутствовал еще один знак власти – королевская мантия. В парламент она прибыла на автомобиле вместо традиционного экипажа. Напомним, королева Елизавета вернулась к исполнению рабочих обязанностей через 4 дня после смерти мужа. Она и вся королевская семья сняла траур после ее дня рождения 21 апреля. И полноценно вернулась к работе. А с вами был канал Гарри Талисман ТВ. Обязательно подписывайтесь на наши новости. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.